Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed 3. Продолжаем проходить эту игру. Так, какие-то новые монстрики, каких мы еще не видели, но в принципе это новая какая-то. Ну, карта, как бы, да, новая локация. Сейчас, ребят, я уже не знаю, у меня это уже все на минимуме. Я не знаю, в принципе, мне кажется, что нормально меня слышно. Главное не говорить, когда вот такие замесы, потому что действительно ни хрена толком слышно не будет. Воспользуюсь рычагом и открыть главные ворота. А где мне их. Где мне его найти? А, вот он, походу, да? Да. Now our troops can head in while you reach the cell blocks. Ooh, I wish I could be there to save. Сундучок. Who unfouled the gate? All troops concoct an attack. We are under alert. I was afraid this was going to be too easy. На тебе, зараза. Ай, этого. Казнить? Па! Да твою ж. Так. Отлично, еще разок. Еще разок. Нет, ну какой разок. Его еще там дофига бить нужно. Ай, убегаем. Так, силовой прием. На тебе. Наконец-то. Бам. Все, походу всех убили, всех казнили. Так, отлично. Сейчас нам куда? Чё-то я... Нет, не сюда. А, вот, отлично. Так. Сейчас нам сюда. Быстренько, быстренько, ребята, пытаемся все это быстро пройти, чтобы долго не затягивать играть wow, в эту игру. The resistance is really taking these guys to task. You should see... Never mind. Ай. Cell blocks is where you need to be. Ну, как бы, чтобы очень долго не проходить эту игру, вот так, быстренько, можно сказать. И, как бы, как можно быстрее постараться проходить эти миссии вообще. Так. И бам. Охренеть, вот эта атака уже очень сильная. На тебе, зараза, одним другого убили. Так, сейчас нам пох... Не знаю. Там же, там закрыто, по идее. Сейчас мне чё? А, понятно. 6 оборотов опять. Это мы уже делали, в принципе. Так, давайте сразу этого лучше заубьем, а то он надоедает. Отлично. Секси. Еще 4. Ай! Стреляют. Бам. Ай, нет, убегаем, убегаем. Да успокойся ты! Крутишься, вертишься. Ай, убегай, убегай, убегай. Да чё ты...
Да, тоже не нужно вот так все сразу крутить, потому что это капут, если честно. Это новый уровень. Офигеть. Еще раз. You freed them, and they thank you too if they weren't fleeing for their lives. Now, let's close down that one. Free? Все. I gave them everything free. Шестой уровень, ни хрена себе. Employment, and this is the platitude I get. Так, сейчас нам сюда. Шестой уровень, это уже такой большой, можно сказать, уровень. Сейчас. А это что у нас открылось? Что-то я не понял. Ну как бы тут всякие разные. Ладно. Бежим сюда. Ай! Твою ж. Ай, хотел. Хотели. Ай, ну сейчас попали. Ладно. All that fighting is giving me ideas. Nudge, nudge, wink, wink. Так, сейчас. Oh, Shatterjack. Что нам нужно? That's his name. Shatterjack. А что нам нужно? Ну, как бы, наверное, просто сюда идти, да? Больше я ничего не вижу. Ху, ну чё? Так, отлично. Ух ты, вот же жердяи. А, вот твой капут. А, охренеть, сколько тут всего. Пробуждение состоялось. Какой-то задрот или что там было написано? Ну, как бы... Не написано, а это видно, что какой-то в очках и что-то было там написано. Ну ладно, я толком не увидел, но... На тебе. You made that look easy. Now for the hard part. Destroying a factory inside a mountain. Куча бабла. Отлично. Фу, ты чё, потопали сюда? Так, чекпоинт. Тут нифига. Тут тоже. Так, ну побежали, побежали. Каково казуха печевич тоже. Ага, понятно. Ну это. What are you doing? Men, stop them from hurting my precocious facility! Ай! 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 Ух ты ж, блин! Давай, быстро, быстро. Отлично. Нафиг. Ух, какой-то. Куда мне идти? Ай, ай. Мне нужно сюда, но... Нам нужно всех поубивать, чтобы сюда пойти. А то, что вот это горит, это не очень. Секси. Ну, еще тебя. Все, отлично. Ну, давай, 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 ломай. Так, сейчас сюда, походу. Нет, там был как... Нет. Давай, 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 быстренько, а то сейчас опять это загорит. А сейчас куда? А. Так. Быстро, 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 чекпоинт. Так, ну сундука, вот таких ящиков почти что никогда ничего нету. Ну, иногда есть, но не всегда. Так.
Опять bomb. One soldier has been defending miners alone. Least you can do is open the gate for them. Опять 6 оборотов, да ребят, вы чё, прикалываете? На. Давай, давай, еще раз успеем. Еще раз. На тебе. Так, давай. Еще раз. Ух ты, я не видел, что там бомбы. One more time. Ну, куча бабла опять. А сейчас куда? Ага. Так. Чекпоинт. Chatterjack will flush you, and then I will build up the cage again, and Zane won't burnish me. I've had about enough of him. Who's with me? Еще бомба есть? Походу нету. Да на тебе. Ух ты, вот ты бомбанул. Ай, ай, ай. Давай еще вот этих казни. Бам. И еще вот этого. Отлично. Все, всех поубивали. Сейчас опять это все бабло соберем. Все. Давайте. Давайте отсюда. О, сражение с боссом, ребята. Финал миссии, можно и так сказать. Давайте посмотрим, что за босс-то. There he is, Shatterjack. Please be careful. He's taken so many lives, I can't handle him getting you to. Ну чё, сокрушитель, давай. Чё ты там? Ух ты. Потерял свою соску. Shatterjack, do your worst. Oh, yes, gosh. Ай. Что это такое? Ух ты, опять вот эти взрывы нереальные. А, можно спрятаться же. Ай. Вот это что-то новенькое. Прячемся. Ух ты, а я не знал. Значит, действительно есть всякие вот эти. Давай. Ух ты, вот ты кританул. Давай еще чуть-чуть. Опять что-то он там делает. Ай. Фу, спрятал. Давай еще чуть-чуть. Фу. Все, ребята. Доспехи зачарованы. Уровень 2. You did it. The Ashen Empire will never enslave another innocent. That's heavy. Ah,
Куча бабла, собираем. Давайте, все, заканчиваем миссию. Шестой уровень с половиной. Шадарская тюрьма. Подтвердить. Золото. Куча. Доспехи. Зачарована. Алло. Пробужден. Подтвердить. Так, давайте сейчас опять кустомизируем немного, что тут у нас есть. Лавка. Угу. Это у нас есть. Давайте навыки сражений. Так, боевые умения. Что-то у нас тут есть. Прорыв кристаллов. Это мы купили. Шипастая ловушка не нужна. Так, это пока что нет. Навыки. Казнь. Нет, это тоже нет. Снаряжение. Доспехи. Это мы можем. Нет, не можем. Это у нас есть. Это у нас есть. Это что сейчас у нас, да? Это мы тоже пока что не можем. Ладно, духи оружия. То, что мы открыли. Мы открыли вот этого. Геймера или что это такое. Атаки. Скорость атаки. Нет. Хотя. А как их можно увеличить? То есть уровень выбрать. Тут же есть у них уровень, а тут 5 как бы максимум уровень. Фиг его знает, если честно. Так, навыки, боевые умения. Вот это землетрясение, что у нас есть, это офигенное, но только оно требует, извиняюсь, требует 13 уровень, а 13 уровень до хрена. Вы... 7 уровень, даже вот это требует 7 уровень, оживление. Да, оживление нам, в принципе, не нужно. Короче, тут все уже требует уровень, как я понял. В принципе, ребята, я так думаю, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.